Открытие офиса информационного центра Райффайзенбанка в Коломне – важное событие для юго-восточного Подмосковья. 200 человек смогут трудоустроиться в один из крупнейших иностранных банков России. Это будут специалисты, которые будут настоящими профессионалами в современном банковском деле и будут руками понимать, как работают современные банковские технологии. И даже как бы за пределами банковского дела будут понимать новые, современные и в том числе европейские подходы общению с клиентами. Для гостей торжественной церемонии открытия провели экскурсию по новому офису Райффайзенбанка. Рабочее пространство информационного центра продумано до мелочей. Здесь есть переговорные для встречи и обучения сотрудников, комнаты отдыха, кухни и специально оборудованные зоны для неформального общения. Пока оценить эти комфортные условия смогли более 50 сотрудников. В будущем их количество вырастет в разы. В своей команде хотела бы видеть энергичных, идейных, ответственных и смелых сотрудников. У нас есть сотрудники из других городов, в том числе из Воскресенска. Мы предлагаем достаточно гибкий график сменности, который позволит совмещать работу, учебу, а также проживание в другом городе. К выбору местоположения офиса колл-центра руководство банка подошло с особым вниманием. Жительница Воскресенска Ирина Новикова не исключала возможности работать в другом городе. Сомнений вовсе не осталось, когда оказалось, что работать в престижном банке можно в 20 минутах езды от дома, пройдя всего месяц обучения. Я попала в Райффайзенбанк, когда разместила в интернете резюме. После этого мне перезвонили, где-то, наверное, на следующий день, и пригласили на собеседование. Но адаптационный период прошел очень быстро. У нас очень удобное месторасположение, оно находится в самом центре города, поэтому очень удобно. У нас новый офис, большой дружный коллектив. Сотрудники информационного центра будут осуществлять дистанционную поддержку клиентов Райффайзенбанка со всей России. Проявить себя в этом деле смогут как опытные, так и начинающие специалисты. Мы рассматриваем кандидатов, которые способны, обладают хорошими коммуникативными навыками, любят и хотят работать в банковском секторе, которые умеют общаться с людьми, доброжелательны, энергичны, способны к обучению. Со своей стороны, как работодатель, мы предлагаем отличные условия для заключения трудового договора. Прежде всего, трудовой договор заключается с первого рабочего дня. А наши условия по оплате труда вполне конкурентоспособны. Также серьезным преимуществом при приеме на работу будет знание английского языка. Сотрудники информационного центра смогут получать бонусы за работу, проходить тренинговые программы и электронные курсы, которые помогут еще лучше разобраться в банковском деле. Чтобы оставить заявку на вакансию в информационный центр в Коломне, достаточно зайти на официальный сайт Райффайзенбанка, выбрать раздел «Карьера», далее указать регион – Московская область, город Коломна. В появившемся окне вы сможете ознакомиться с вакансиями, в специальной форме указать свои данные и отправить заявку. В ближайшее время специалисты банка свяжутся с вами и пригласят на собеседование. Полина Романюк, Дмитрий Волнов, Дмитрий Миронов, Воскресенские вести.